Да, находится в центре сцены, только вот не там, где лавочки, а на лавочках. Люди сидят на лавках, уже не имеют Дмитрий, здесь будешь? Я схожу там ближе к сцене, пофотографирую. Посмотри здесь. Я не знаю, что это.
буквально пару слов о виновнице нашего сегодняшнего торжества. Вот этот инструмент, который находится посредине, это не что иное, как мандолина. Выходец из самого, что ни на есть, Средиземного моря. И вот то, что сейчас вы играли в песне, вот как раз это там прочувствовалось, этот колорит его. Играет на ней, в общем-то, щипково, так щипнут струны. Он и называется щипковый инструмент мандолина. Вообще этот инструмент, вокруг него все не так и началось в нашем клубе, да? Его, конечно, приносит в наш ансамбль остроту, пикантность какую-то. Вот, ну ладно, всегда не связано. Давайте теперь опять перенесемся в Америку. Знаете, там есть такой стиль американский блюграсс. Это какая-то разновидность кантри, да? И вот приблизительно из этого стиля мы сейчас вам песенку и покажем. Большая. Очень большая, ну очень еще и песчаная река. Эта песня так называется. Стоп, песок не было. Что это какая-то вот
смысловая вершина нашего концерта. Берем на себя смелость предложить мелодию замечательного французского скрипача-самоучки Стефана Граппелли из кинофильма Бертрана Блие «Вальсирующий». Если кто-то помнит этот фильм, у него еще есть другое название «Похождение чудаков». Да, если кто-то помнит этот фильм, давайте вспомним. Здесь.